Погода испортилась, настроение паршивое. Что делать? Ничего. Включайте телеканал «Охота и рыбалка», и все наладится. Конечно, апофеозом каждой рыбалки является приготовление пойманной рыбы. Значит, смотрите, ребята, все очень просто. Включаем плиту, нарезаем лук. Я всегда режу лук полукольцами. Как-то оно так, на мой взгляд, правильнее получается. Бывают люди, которые созданы там для искусства, бывают люди, которые уверены в хардишевске, что они созданы для рыбалки. Вот я понял на склоне лет своих, что вот резать лук — это то, что мне нужно было делать с самого начала моей долгой, творческой, бесполезной карьеры. Подчеркиваю, что масло должно наливаться только уже на разогретую сковородку. В таком случае будет меньше. Знали эти пузыры? Игорь, я держу. О, да. Сейчас вот сюда же. Сюда поставить? Да, вот сюда на стол. Угу. Отлично. Пока жарится лук, берем судака. Я судака разделываю так. Ну вот он почищен от чешуи. Берем, даем по спиночке его раз. Хопс. И получается, да, я не побоюсь этого слова, это чистая такое филе. Которое обязательно, я настаиваю на этой мысли, за минут 15, а то это 20, до жарки нужно посолить. Поскольку после того, как ты рыбу солишь, мясо становится плотнее. Ой, меня лук прижимает. Господи, совсем не забегал. Вот лучок переворачиваю. Вот. Жалко, что камера не передает все волшебные ароматы. Без комментариев. Охотники и рыболовы со мной согласятся. Переключаться с охоты на рыбалку и наоборот — дело хлопотное и довольно затратное. А у нас переключаться не надо. Просто сиди и смотри. Вот и все. Из этого, ребята, получится фантастическая уха. Посмотрите, это же песня. Это будет вкусно. Берем мисочку и рыбу режем на порционные, не побоюсь этого слова, куски. Складываем в миску, эту заодно, и это тоже надо. Теперь берем соль. Некоторые спрашивают, какое количество соли? Я всегда делаю на глаз. Теперь посолю, пусть она постоит. Сейчас у нас лук практически готов. Ой, какая лука аромат! Я полюбился, я валю! Я свою маленькую сковородочку сюда приложу лук. А в большой сковородке я буду жарить рыбу. Берем муку и высыпаем. Да. Я так думаю, что достаточно одной таблетки. Сейчас будем обваливать судака в муке. Первый пошел, второй пошел. Это вот уже стоит толпа. Еще немного терпения, Штюменко, наша щетина превратится в золото. Ну когда же наша щетина начнет превращаться в золото? Вы болван, Штюменко. Так, перекладываем лук на вторую сковородочку. У-у-у. На эту освободившуюся сковородку незамедлительно будем накладывать рыбу.
Тебе говорят, ой, надо капнуть немножко воды, чтобы определить степень прогрева масла. Ничего, ребята, вот, все уже, видишь, все шипит. Ну, подвиньтесь, ребята. Пока эта рыба обжаривается, вторую партию незамедлительно обваливаем в муке. Одной рукой обваливаем, другой рукой помешиваем. Цены мне нет, ребят. Достанется кому-то такой, ведь муж ведь год. Сам поймал, сам готовь. Финальная стадия. Сейчас мы быстренько перекладываем вот эти куски судака, которые у нас лежа на луковой шубе потомились. И тут мне скажут, ой, ну что вы, как можно? Сейчас вы будете эту рыбу есть? Да. И сейчас вверху лучку. Вот так вот. Божественно. Смотрю на эту красоту и думаю... Неужели это я? Пальчики оближешь. Двое в лодке. Джигуют. Ух, удар! Эх! Ух, как судак-то по грузу бьет. Ха-ха, бьет, значит, любит. Я всегда при возможности я делаю судака по-польски. Przepraszam, pana. Да. Берете филе судака. Режете на порционные куски. В это время ставите на огонь кастрюльку с минимальным количеством воды, в которую кладете лавровый лист, черный душистый перец, соль. На другую конфорку вы ставите и варите вкрутую несколько яиц. Ну, в зависимости от того количества рыбы, которую вы собираетесь. А на третью конфорку ставите варить картофель. Ну, я всегда варю такими клубеньками, небольшими. Значит, все это у вас готовится. Рыбу в кипящую воду закладываете буквально, ну, я не знаю, там минуты на 3-4, потому что судак, он очень быстро готовится. И еще на четвертой, да, уже получается на четвертой конфорке, вы растапливаете щедрую порцию хорошего сливочного масла. Отдельно на дощечке рубится укроп с петрушкой, мелко. Берете горячий картофель, кладете порционный кусок отваренного, припущенного, я так сказал, судака, сверху посыпаете рубленными мелко яичками, а потом посыпаете все это сверху зеленью и поливаете растопленным сливочным маслом. Уже жрать захотелось, не могу. Рыболова и охотника самое сложное на вопрос жены – что бы ты без меня делал? Мечтательно не улыбнуться.